очень яркая игра, сплоченная команда, хороший результат. Я всех хочу поздравить с выходом в полуфинал. Это сегодня главное событие дня. Команде хочу пожелать удачной подготовки к полуфинальной игре. Поздравить ее еще раз, пожелать удачи. Что касается кадровых перестановок, мы по обоюдному согласию расстались с главным тренером Ильясом Игоревичем Хандаевым. Это произошло в канун сегодняшней игры. Мы ведем работу по подбору нового главного тренера. В ближайшее время мы вам объявим о результатах этой деятельности.